скоро в будущее проходит сейчас. Второй день соревнований. В первом полуфинале 10-26 итальянец Торту. Американец Лайлс во втором 10-22 и в третьем забеге. Сейчас увидим победителя. Пока лучшие результаты в этом забеге имеют бегун из ЮАР по седьмой дорожке Лиат Лела 10-21, 10-25 и бегуна из Ямайки Джевана Маттерсона 10-26 Паула де Оливейра, Бразилия. Как раз сейчас он на ваших экранах по четвертой дорожке. Ну, спортсмен из Мадагаскара 10-36. Не так часто мы видим этих спринтеров. И британец Ричмелл Миллер. Ну вот эти два спортсмена 10-36, 10-34. Ну вот Лиат Лела. Маттерсон. И спортсмен из Пуэрто-Рико Даниэль Эстрада. 10-40. Десять тридцать семь. Пока проходные результаты в финал. Ну, что такое? Да, выскочили спортсмены раньше еще команд. Ну что ж, третий полуфинал. Еще раз напомню. Главные фавориты по четвертой бразилец Оливейра. По седьмой Лиат Лела из ЮАР. Маттерсон из Ямайки по восьмой. Ну вот и по главным, по четвертой, по пятой и шестой дорожке бегут спортсмены из Мадагаскара и Великобритании. Результаты пока они проигрывают. Что ж, довольно ровный старт. Вот бегун из ЮАР сейчас вырывается вперед. И бразилец, по-моему. Ну и, между прочим, лучший результат показывает победитель этого забега Тлатлиса Лиат Лела. Официальный уже результат, чуть похуже. Но в любом случае, напомню, были в первом забеге 10-26, 10-22 во втором, и вот 10-20 у спортсмена из ЮАР. Ну что ж, очень хорошо выступают сейчас спортсмены из Южной Африки,
спринте. Симбини недавно установил национальный рекорд 9.89, обыграв Асафу Пауэлла, других сильных атлетов. Ну, здесь уверенная тоже победа. Личный рекорд у спортсмена Пауло Андре де Оливейра 10.32. Он тоже вышел в финал. Но вот тут вопрос у британца Миллера, который финишировал здесь третьим, 10.37. Да, вот бегун из Ямайки Маттерсон, увы, четвертый, 10.40, он в финал не попадает. Итак, 10.37 у двух, причем у двух британцев. Бромби, Оливер Бромби и Ричмелл Миллер. Ну, видимо, будут брать в расчет уже тысячные доли. И сейчас определиться, кто же станет восьмым. Вот результаты третьего полуфинала чуть позже. Сейчас нам дадут уже табличку финалистов. Финал, напомню, сегодня заключительный вид программы сегодняшнего дня. Так, ну вот Кауль, который уже на 65 метнул, еще дальше хочет. Ну, здесь видно было и по разбегу. Чуть похуже, и результат тоже чуть похуже. Уж больно хороша была первая попытка. Ну, парень, я уже говорил, метает очень здорово, 67 с лишним личный рекорд. Ну, то есть теоретически он может добавить. А он отыгрывает здесь огромную сумму. Да, ну, кстати говоря, Андре Ллойд чуть-чуть добавил, 44-28, но все равно это 504 только очкам.